Ну а тем временем на вершинах Ярыдаг, Базар-Дюзи и Шалбуздак альпинисты подняли флаг победы. Мероприятие состоялось в рамках альпиниады «Бессмертный полк». Соревнования стали традиционными в канун празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне. И в них всегда принимают участие как дагестанские альпинисты, так и представители из других регионов. В этом году для участия в праздничных восхождениях прибыли альпинисты из Москвы, Ростова-на-Дону и Барнаула, Махачкалы, Каспийска, Перми, Братска, Иркутска и Красноярска. Все ребята на восхождениях. Восхождение мы совершаем не только на знаменитую стену Ярыдага, но также и на Шалбуздаге находятся ребята, на вершине Сельды. Есть планы группы красноярских альпинистов, если будет время, подняться на Базар-Дюзи, высшая точка Дагестана. То есть люди занимаются спортом, и свои достижения они посвящают памяти своих отцов, дедов, прадедов. Восхождение завершилось водружением государственного флага Российской Федерации, флага Республики Дагестана и знамени Победы на всех трех вершинах.